600 человек эвакуировали сегодня днем из школы номер 84 из-за угрозы взрыва. Информацию о минировании жилого дома на проспекте Культуры 13, который находится рядом с учебным заведением, сообщил в полицию неизвестный по телефону. На место сразу же выехала следственно-оперативная группа, машина скорой помощи, аварийная служба, пожарные. Однако, к счастью, тревога оказалась сложной, взрывного устройства полицейские не обнаружили. Было организовано оцепление, проведен необходимый комплекс мероприятий, в ходе которого предметов, представляющих угрозу, обнаружено не было. В настоящее время устанавливается личность звонившего. Шутнику, к слову, грозит до 3 лет тюрьмы.